Вот Денисова пещера называется. Здесь работают археологи, и есть городок археологов вот тут дальше. С 89-го года, по-моему, он построен, городок. Значит, в пещере был откопан фаланга пальца древнего человека. Сделали ему анализ и выяснили, что она не подходит ни под одну из ранее существовавших этих древних людей. И дали ему имя отдельное. Человек Денисовский. Собаки. Промышляла. Летом тут туристов много ходит. И вот тут продают билет входной. 10 рублей стоил билет. А также можно заказать экскурсию. Кто-нибудь из археологов здесь постоянно летом работают археологи. И может рассказывать. А когда открытие было этой пещеры, первые ее раскапывать начали, уровень, она была полностью закопана, только на пузе можно было пролезть. Вот там вот есть линия под потолком, проведена слева, видно, полоса. Вот это был уровень земли. Все это здесь раскопали сейчас. За много-много лет. И там даже есть надпись первых посетителей пещеры. Краской нарисовано. Здесь был Вася. 1800 какой-то год. Или 1900 какой-то, ну не помню. Ноги отказывают. Это вот сюда? Да. О, сладко. Чего? Прямо-таки никак. А тут, там в другие галереи ходы. Не повел. Для вас стараюсь же. Раз, сегодня же мы не ходим. Потихоньку, не торопясь, ступеньки скользкие, выпал первый снег. Зайцы. Стоял зайца. Тут прыгал. Смотри. Зайца. Вон как. Прыг. Смотри, какой прыжок. Вместе, да. Задние ноги вместе. Угу. Передние. Задние вот они впереди. А это передние лапки маленькие. Он туда шел. А-а-а. Почему? Туда шел. Да. Не-а. Он же задними прыгает, приземляется. Он задние забрасывает, передние вот так остаются. Да? Да, это ага. Из заднего лапы, а те передние. Понятно. Вон как. Схема. Но дальше давайте. Чё? С палками? Нет. А вот отсюда, с этой площадки, трос натянутый вот сюда, вниз, к воде, на тот берег, вон туда. И там промывным ситом промывают грунт, который здесь выкопали. Ведро берется, вешается на трос и едет вниз. А в это время по тросу пустое ведро поднимается наверх. Вот желтая полоса слева, видите, это был уровень земли, с которого начали раскапывать эту пещеру. Она была засыпана практически под самый потолок.
Вот тут надписи есть. Вася, Тася. 1911 написано. Вот. Чеканцева 1911. 31 год. Виноградов. Ага. А это как наоборот? Но. Вот как туда он поднялся? А земля была? Засыпано. Засыпано было, все. Они на пузе пролазили первые сюда. Вот смотри туда, вон какая она. Вот эта пещера, это же вот массив известняковой породы. Он раньше был морское дно. И когда образовывались горы Алтая молодые, они поднялись, и вместе с этим поднялись вот эти пещеры. В этом месте было найдено осколки стрел, пуль много было. Вот кто все входил в эту пещеру, они стреляли, чтобы убить врага, как бы мифического врага, духов, чтобы потом после этого заходили в эту пещеру. И вот здесь сейчас производятся раскопки некоторых галерей. Вот, вот эту всю раскопали они уже. Она выходит туда вниз, вон в ту дыру, в нижнюю. А вот это вот туда дальше коридор еще вниз уходит. И они выкопали. И сейчас, я не знаю, там, по-моему, дальше уже тупик. А в каком-то году здесь была, проходила конференция международная. И японцы притаскивали оборудование, они прозвонили гору и сказали, там есть еще пустота в горе, в том месте. И вот они роют, вон смотри наверх, это, уходит. А в древние люди, они здесь остановку делали, здесь вот вставлялись жерди, вот видите, характерные эти выступы. Сюда вставлялись две жерди, и здесь овцы стояли на ночь, загоняли овец и закрывали выход. Вот так вот она была. Вот уровень полосой проведен. Вот так здесь был уровень, с которого начинали раскопки. Вот характерно, такого больше нигде нет. Вот как вот здесь, в этой пещере. Здесь полоски. Каждая полоса – это наслоение многих-многих лет. И вот они сейчас раскопывают вот эти полоски, и там находят разные стрелы, пули, кости, находили это украшение из страусиного яйца сделанное. И сказали, что тот, кто раньше здесь жил, они, видимо, торговали с Австралией или там с китайцами, что из Австралии страусиные изделия ювелирные какие-то попались. Украшения, бусы там или еще что-то из этого страуса сделано было. Здесь вот сейчас закрыто, здесь большая-большая яма. Метра три глубиной. Как бы ее закрыли, чтобы никто туда не упал. А вот здесь вот дальше. А тут дальше не пройдешь. Угу. Сейчас. Фонарик включим. А у меня видеокамера с подсветкой. Ну вот здесь все, как бы вот подойдите к краю, здесь спокойно можно стоять. Вот вниз видно, но там они как бы роют дальше яма, и там вон пометки стоят, что белые это слои по годам, как бы предполагается, что вот там эры, там эпохи, вот эти годы. Здесь он пометка. Ну, а здесь этот был шнур привязан, вот уключенный стоят провод. Сюда притаскивают провод и лампочки освещения здесь светят. Ну ладно, спасибо. Еду. Спасибо.